Партнер проекта – офтальмологическая клиника 3Z. Мы сохраняем и возвращаем зрение. Я думаю, что это должно быть что-то конкретное, потому что это показывает, насколько человек тебя знает, который тебе дарит подарок. Потому что, когда это деньги, кажется, что он как-то не очень заботится. На Новый год только конкретный подарок. Ну, праздник особенный. Ну, мне кажется, лучше подарок какой-то, потому что он все равно останется и незабываемый, этот подарок. А деньги, они потратятся. Для меня подарок, потому что подарки получать приятно. Естественно, конкретный подарок – это внимание, это, не знаю, это уважение к человеку, которому ты хочешь подарить подарок. Сейчас такая ситуация, может быть, и деньги лучше даже.